В новогодние праздники нужно как можно больше дарить радости и внимания, особенно детям, считают сотрудники музея-заповедника «Дмитровский Кремль». В предновогодние и новогодние дни в музее прошло несколько благотворительных елок. Сейчас в театрализованном представлении самое активное участие принимают дети из многодетных семей. Каждый год нашим отделом научно-просветительским пишется новый сценарий, новая сказка. И в этом году мы посвятили сказку дракону. И все получают хорошее настроение и, соответственно, подарки. Череда новогодних программ в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» стартовала в середине декабря 2023 года. За это время большое количество юных гостей музея смогли окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Активностей в музее много, все они анонсируются заранее. На смену программ с новогодней тематикой придут другие, столь же интересные и веселые.